Друзья, посмотрите, какая красота за окном. Просто сказочный лес. Тут было у нас легкое обледенение такое. Тут, кстати, может быть, кто знает, чем панели очистить от льда. Просто все панельки заледенели. Так вот, легкое обледенение. А потом выпало много-много-много снега. И деревья просто вот сказочные, реально, вот как будто из сказки. Вот посмотрите, в какой красоте я живу. Разве можно сравнить с каким-то городом? Доброго дня! Рад приветствовать вас на своем канале. Но хочу сказать, что эта радость не для всех. Наши электрики сейчас совсем не радуются. Из-за обильного снега и налипания на линиях опор электропередачи, на проводах, на деревьях, много деревьев повалилось на эти самые провода. И электрики бегают, все это дело устраняют. И из-за этого огромное количество отключений по деревням. В общем, сегодня хочу предложить вам маленькое, коротенькое видео, как я выпекал хлеб от аккумуляторов. В общем, смотрите, думаю, будет интересно. Поехали! Друзья, в деревне снова нет света. Его вообще уже целую неделю нет. Но тут вроде дали чуть-чуть и опять отключили. Значит, нагрузка в доме 195 ватт. Работает исключительно через альтернативу, естественно. Ну вот, о, кстати, насос, видимо, включился. Киловатт. Сейчас придется выпекать хлеб от аккумуляторов. На улице, естественно, ночь. 19.22, 9 января. В общем, посмотрим, сколько... Да, вот сейчас обнулю вот этот счетчик. Посмотрим, сколько мы... Так, вот здесь вот. Обнулил. Посмотрим, сколько я потрачу энергии на выпекание хлеба. Да и вообще, посмотрим, сколько до завтра, до утра потрачу. До утра точно никто ничего делать не будет. Так, 49,5, 49,6. Хорошее напряжение на аккумуляторах. В общем-то, аккумуляторы сегодня подзарядились. Вот даже по инвертору видно. Работаем исключительно на аккумуляторах. Все, пошел ставить хлеб в духовку. Вот хлебушек. Духовку поставил на прогревание. Сейчас духовочка прогреется, буду ставить туда хлебушек. Вот духовка включена. Сейчас пойду посмотрю, сколько потребления. Итак, нагрузка в доме. 1 киловатт 453 ватта. Напряжение на аккумуляторах 48,4. В общем, ребят, процесс пошел. Посмотрим, что и как. Никак не ожидал я, что сегодня придется хлеб выпекать от аккумуляторов. Но вот так вот бывает в лесной этой деревне. Нагрузка 2 киловатта 280. В общем, на ваших глазах нагрузка дома. На инверторе напряжение 47 вольт, 47,7. Давайте посмотрим нагрузку, какую он покажет нам. Так, сейчас пройдем. Вот, 2 киловатта, 280 ватт. Ну, в общем-то, практически то же самое, чуть побольше на инверторе показывает. Вот такая нагрузка. Питаемся от аккумуляторов 47,7. Ну что ж, посмотрим. Посмотрим, друзья. Духовку сейчас поставил на второе положение, чтобы побыстрее она прогрелась. Ну, в общем-то, так и делаю всегда. И сейчас на вот этих двух положениях, то есть вот на такой мощности, будет выпекаться. Прогревается она у меня 17 минут. Потом еще выпекается вот именно на максимальной мощности, вот на этой вот 2,250, да, еще выпекается где-то минут 20. Потом я перевожу на мощность послабже. То есть уже снизу там тены будут греть. В общем, выпекаю хлеб. Фантастика. Хлеб выпек, вот только буквально, и дали свет. Вот, смотрите, загорелся зеленый огонек. У меня тут наоборот, значит, красный это у меня альтернатива, зеленый это у меня горсеть. Вот, посмотрим, сколько у меня. Ну, вот смотрите, 2 киловатта, 439 ватт ушло на выпекание хлеба в духовке. Вот, так что... такая вот информация. Ну да, примерно так оно и есть, но плюс тут потребители, там еще холодильник, что-то еще. Зарядочка пока идет от горсети. Вот поставил 10 ампер на зарядку аккумулятора. Вот, а хлебушек подгорел. Потому что, знаете, вот этот инвертор, он держит четко, он же инвертор со стабилизатором идет. Я еще только-только вот к нему привыкаю, только повесил. Чуть позже я расскажу, откуда он у меня появился и, в общем-то, он мне ненадолго. Вот, и этот инвертор со стабилизацией входного напряжения и вообще стабилизация, он четко 230 вольт держит, независимо от того, сколько там вход. Вот, кстати, можно, давайте быстренько я вам покажу. Так, сейчас пройдемся, так. Вот, 226 вольт, тут еще сеть хорошая.
226 вольт входит и 230 четко он держит на выходе. То есть у меня даже было 180, а он 230 держит. То есть вообще стабилизатор в нем работает вообще просто великолепно. Вот очень интересный инвертор. Чуть позже я, конечно, про него все буду там рассказывать. Вот, но сейчас вот про хлеб. И хлеб у меня немножко подгорел, а потому что, видимо, ну вот бывает печешь, и просадка может быть там вот по напряжению. Я от горсети частенько хлеб выпекаю, там, естественно, нету даже 220, там, и 200-то не часто бывает. А здесь четко держал 230. И, ну, как бы и время то же самое, и все, а корочка хлеба подгорела. Сейчас покажу. Вот такой вот хлебушек получился, друзья. Видите, корочка немножко подгорела, подрумянилась. Это из-за того, что стабильное, четкое напряжение. Обычно такого не бывает. А от инвертора четко 230, ну и, соответственно, тены работали мощнее, чем обычно. Так что, друзья, вот такое коротенькое видео вам сегодня предложу. Кто-то спрашивает, а выгодна ли альтернатива? Да, друзья мои, тут не то, что выгодно, тут без нее вообще никак жить, в деревне, в лесной. Это просто спасение. Неделю, ребят, сегодня вот 7 дней. Ну как, вот я говорю, сегодня в течение дня включили на какое-то время электричество. Я думаю, ну все, починили наконец-таки. Починили, у нас просто сильное обледенение было, и огромное количество снега выпало, и деревья все загнулись, погнулись. Вот красота, кстати, на улице неописуемая. Очень красиво, вообще просто супер. И, как всегда, конечно, у наших электриков там все пообваливалось, пообрушилось. Ну потому что не делается ничего. Вот по-честному сказать, как в Советском Союзе были сделаны вот эти линии электричества, электропередач, опоры вот эти все, особенно деревня, особенно отдаленные такие, как моя. Но тут дело в том, что не только в моей деревне-то, а и туда дальше, ну, в более, так сказать, населенных деревнях, тоже люди со свечками сидели. А я вообще, я первые два дня вообще не заметил, представляете, два дня я не заметил, что был просто отключен свет. Ну, просто живем, пользуемся, там все нормально. Потом, блин, смотрю, ё-моё, а мы же вообще без горсети сидим вообще. Вот, хорошо, так вот еще панельки у меня вырабатывали. Вот, и тут я немножко увеличил свой банк панели. Но это все немного в другом видео. Немного в другом видео также расскажу, откуда появился у меня вот этот вот замечательный инвертор. Это сила 5000, сила 5000 МО со стабилизатором. Ну, просто уникальный инвертор. Вот, в общем-то, это будет в следующем видео. Он у меня ненадолго. Так вот, забегая вперед, чуть скажу. Вот, он предназначен для работы. Это онлайн-инвертор, который переключает горсеть и аккумуляторы, или солнце, там, в общем-то, в режиме реального времени, без задержки даже какой-то сотой доли секунды. То есть это единственный так называемый онлайн-инвертор. Но о нем немного позже. В общем, ребят, если вы живете в лесу, без солнечной электростанции просто никуда. Все, всем пока, всех рад видеть, слышать. Будьте здоровы, ребят. Пока.